В Алматы с 7 утра открылся 581 участок. В мегаполисе более 1 100 000 избирателей. Несмотря на ранний час, на 230-м участке люди активно начали голосовать. На входе у всех измеряют температуру. Члены избирательной комиссии работают в масках, защитных шлемах и перчатках. Также на участке находится 8 наблюдателей. Все они соблюдают дистанцию. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрели безбарьерный вход и тактильные доски. Для слабослышащих представляются наушники и персональный компьютер. Каждый казахстанец должен голосовать за свое будущее. Кому голосовать? Они должны думать о будущем. Мы ждем изменений в лучшую сторону –